Парк де Пренс. Не придумать, как решить свои задачи сегодня. Но смотрите, как начинает Маккаби. Высокий прессинг. Неймар. Красиво взаимодействует. Сейчас спотянул. Сухожилие. Евро. На втором месте контракт. И перед нами автор гола, ворота Пари Сен-Жермен. Мбаппе. Еще серии передач. Неймар. И Неймар катит красивейшим образом на Фабиана Руиза. Ну какая же была плохая обработка мяча. Испанский полузащитник. Такой пас! Нужно было, конечно, подработать, но нет. Передача на Кильяна Мбаппе. Снова Месси. Вот так играет команда Барака Баха. И адресовывает нам Месси эту передачу. Скидка. Мбаппе и сам Месси. Сам Лео Месси. Доработал этот эпизод. Отшлифовал его до блеска, до идеала. Пари Сен-Жермен выходит вперед на 19-й минуте. Продолжает играть очень агрессивно. Кильян Мбаппе располагается максимально широко. Смотрите, где он сейчас начинал вообще эту атаку. Это желтая карточка. Желтая карточка за грубую игру. Конечно же, Месси. Подача. Черри. Хорошим ходу ворвался в штрафную площадь. И здесь пока 13 Сакич. Передача Рабоны сейчас в исполнении Неймара. И после паса гол Мбаппе. 2-0. Ну что за чудо-атака? Что за чудо-команда? Что за сказочная линия нападения в них? Неймар и Месси заключают друг друга в объятия. Пас все-таки выполнил Неймар. Вот этот пас работает. Делают это все, и Мбаппе, и Месси, и Неймар. Вы смотрите, опять передача Месси, Неймар и 3-0. Ну все, все забили. Опять все забили ворота Маккаби. Только в другой последовательности. Сначала Месси, потом Неймар, а потом Мбаппе, теперь Неймар. Ну, то есть последний... Рамос отыгрывает на Доннарумму. Здесь положение игры было. Убивает мячи. Все трое бегут назад, в том числе. Ну, посмотрите, что творится, а? Маккаби Хайфа не сдается пока. Маккаби Хайфа пока... Стеночка. Еще одна. Месси и Мбаппе. Месси! Ух! Ах. Что это за футболист? Что это за футболист, а? 4-1. Да. Один. Это Парк де Пренс. Продолжаем смотреть матч 5-го тура Лиги Чемпионов. Первого места в группе, но при нынешнем... Этот розыгрыш. 10 своих последних. Говорю, так я это понимаю. Здесь поднята чья-то рука. А здесь... А здесь гол! А это не просто гол, это дубль! Дубль правого защитника Маккаби Абдуллай Сек! Я говорил, что его мяч в первом тайме был для него вообще забить еще раз, как минимум, чтобы она успокоилась. Вот они, наглецы. Вот они. Вот Фабиан Руис. И Доннарумма. Провести рукой, кистью новых событий. Ашраф Хакими. Какой пас выдает сейчас через... Ну что же это за наслаждение такое, а? И он забил два. Посмотрите-ка, и он забил два сегодня. С передачи Ашрафа Хакими. Это, кстати, его отец ему... Убрал, ушел в лицевую линию и автогол. Это автогол или гол? Да, похоже, очень похоже на то, что Шон Голдберг срезал свои ворота. И Хакими же вроде прибежал туда уже. Солер. Забивал. Всегда играет головой. Вот теперь он Месси в штрафной площади. Все-таки он забил, а? Все-таки забил. Не первый уже шанс отличиться Карлос Солер.